Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты, марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взмывает в небо, разлетаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы, это девушки на альбом. Это фрукты и кофеты, это запахи и сны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.